Всем привет, ребят, с вами Вейдер, и мы продолжаем проходить игру Warhammer Space Marine. В прошлый раз мы дошли до лейтенанта, а лейтенантом оказалась тетка. Но, как мы поняли, что достаточно такая волевая. 2 недели назад, и мы потеряли с ними контакт. Мы должны добраться до Титана. Быстрее всего будет через железнодорожный мост, что за орудийным комплексом. Он ведет прямо к западным воротам мануфактория. Так, нужно отправиться на передовую. Это все понятно. Ух ты, у нас пушки не маленькие. Достаньте мне инструкцию. Планета Кузница. И ни единого техножреца поблизости. А, они из них просто стрелять не умеют, понятно. Еще хуже. Сейчас говница так повылазит. Зелененького. Копала! Что? Ой, комбо замутили хорошее. Ой, блин, я весь в крови стоит. Ты ж офигевший какой. Вы только посмотрите. Зеленые, щели здорово, зубы там я не знаю какие. Мой костюм может железный перекусить. Что интересно, здесь наблюдается такая же особенность, как и в многих играх. Что вот вроде да, союзники стреляют по противникам, и то, и сё, и гранаты кидают. Но в итоге-то урона они почти не наносят. Что плохо. Все равно при них приходится нам. Убивать всех боеприпасов. Там у меня их туева туча просто. Так, и куда? Сюда я не запрыгну. Пойди вниз как... Или... Нет, и вверх нельзя. Ага. Вот этого... Хотела мне гранаты кидануть. Офигевший. Что я так понял, наблюдатели, что ли, или как их смотреть. Дозорные, да. Ой, что-то мне кажется. А, ну понятно. Ну, так как обычно. Мы спускаемся и попадаем, получается, в то место, откуда не выбраться. В данной-то ситуации. Ой-ой-ой-ой. По нам лупят конкретно. Мы же ничего не боимся. Так, нужно вот этого вот тупоря убить. О, вот это жахнуло. Я что ли это сделал? А как это они так держались? Вот здесь вот были противники, ну то есть орки бегали, а здесь уже наши. Так, давай, помогу, пацаны, помогу. Так, сейчас нужно... Давай... Так возьмишь ты эту турель. Да блин. Я точно знаю, что из нее можно стрелять. Ой-ой-ой-ой-ой. Да сейчас. Во, всё. Да, конечно, за такой трэш и нужно любить такие эти игры. Что ни в какой другой игре. У вас так и не получится вылезть на толпу врагов и еще и остаться при этом живым. Парни, у вас что там? А, нет, заканчивается. Так. А блин, тут нету зума. Давайте. Все. Окопов и стены с бойницами. А батарея? Орки захватили ее почти сразу, как мы прибыли сюда. 2 недели назад. Мы были единственными, кто смог приземлиться. Потом они захватили пушку. И уже ни один корабль не прорвался. Блин, меня эти гоблины иногда мелкие вообще раздражают. Космодесант! И бегает оно. И мешается еще.
Я не понял, а куда? Куда дальше? А, вот здесь проход есть. Идем. Шли. Узнаем, еще лейтенант шибает. Так, это... Ух ты, блин, тут... Это космодесант. Да ты что? Не может быть. Авторизация на оружие подтверждена. Умри нафиг. Доступ разрешен. Так. Болтер-охотник. Реликтовый болтер. В общем, снайперская винтовка, говоря просто так. Ох, какая пуха это вообще. Вот здесь орки прорвались к батарее. А мы так и не смогли пробраться за стену. Нас осталось слишком мало. Вы долго держались, лейтенант, и я понимаю, что вам было нелегко. Но вы теперь не одни. Мы отобьем пушку, и прибудет подкрепление. А мне вот интересно... Очень надеюсь, капитан. Ладно, вот, ну мы, то есть, ну здоровые такие пацаны, которые в костюмах ходят с пушками. Я не знаю, наверное, как мы, как человек весь. И мы нормальный. Возвращаемся на командный пост, капитан. Удачи. Да, окей, okay, спасибо. И мы носим эти пушки, получается, и бегаем с ними. А то, что лейтенантша, которая не одета в ни во что, по сути, специальная. Такие, так, я не понял. Что делать? Что делать? В орудийную крепость. Знать бы, где еще она. Я же типа, здесь уже, по-моему, был. Ага, нет, все правильно. Да умришь ты уже, задолбал. Мочи, гаси. Давай. Ой-ой-ой, я не с того стреляю, вообще не с того. Орки наверху. Вообще хорошо попал. Ага, так вот мне зачем был болтер-охотник. Потому что этих утопков будет очень много. А я могу и без болтера охотника их замочить всех. Это будет, правда, не так быстро. Но зато патроны сберегу. Так как я уже успел заметить, что патроны достаточно тяжело здесь найти. Тут я точно уже был. Где? Где ты, зеленая граница? Сюда можно зайти? О, отлично, я думаю, что тупик. Вот так те. Вылез, отхватил. Так, я что-то в недоумении маленько. Нет, все понял. Сразу просто не дошло, бывает. Так, бежим, бэриком. Идет сохранение, так. По идее, мы достигли свою цель, мы... А нет, еще не дошли. Это что такое? Это гранаты лежали. Бегите, пока не рвануло. Ого. Не, ребят, ну вы вообще офигели. Так, я хоть в правильную сторону пошел. Ты как-то развернулся быстро. Так, что здесь? Так, здесь выход. Ага, вот. Блин, ну это мне, кстати, не нравится, что нужно проверять каждый закоулок. Это во всех таких, ну, в принципе, это везде присутствует. И мне кажется... Да ты что? Мне кажется, что это, ну, не обязательно так вот прятать, получается, бонусы. Хотя нет, может, и правильно. Так, а непонятно, почему они от нас убегают. Ой. Серьезно, я как бежал, даже не видел его. Все понятно, буду бочки теперь сюда взрывать. Как только мы проникнем за стену, мы проберемся через проделанный каменюкой пролом в оружейную крепость. Ну, окей, парни. Так. Давай. Так. Ага, ой, дебил. Это я тебя убью.
И ты меня рукожу. Мелкий. Так. Вот, блин, я просто не взорвал ради того, чтобы взять патроны. А я стреляю только из бесконечного... Ну, то есть из пистолета с бесконечными патронами. С патронами. Да. Не, все-таки это... Со мной привычка подбирать все, что лежит. Все бонусы, все патроны. Это... Тут она неуместна, если честно. Тут сейчас у меня полный боекомплект. И хотя в дальнейшем оно мне бы понадобилось. Ой-ой-ой, вот это повыходило, говорится. Блин, что-то у меня комбо не прошло. Два. И... Хорошо, рубанул. Да. Такую толпу положить, конечно, не каждому дано. Ну, согласитесь, это достаточно зрелищно, когда ты вот так вот идешь, а они отовсюду лезут, отовсюду это говнецо лезет. Так, активируем и заходим в дверь. Видите, всегда беру, не могу пройти, хотя нам не нужно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, так, какие-то... Взгляните. Они верно и снабжают энергией орочьи машины на поле боя. Подойди, а то я что-то плохо расслышал. Ты, наверное, в трубе был, там что-то разговаривал. Какая-то фигня. Здесь были сброшены капсулы снабжения штурмовиков. Угу. Так, ну, я, конечно, уже догадываюсь, что это. Ракетный ранец, и все, мы из тактика превращаемся в штурмовика. Ну, тут стоит просчитать. Прыжковый комплект разблокирован. Удерживайте пробел, чтобы активировать ранец. Находясь в полете, нажимайте мышь 2, чтобы резко приземлиться. Ну, это мы все знаем. Так. Забирайтесь выше, капитан. Активировать. Здесь с орками мы разберемся сами. Да, сами они разберутся. Вдвоем, а я-то один. А, понял. Это они меня взяли бы тоже по ранцу реактивному. Давай, давай. Короче, фиг с ним. Буду пользоваться болтером охотника. Он мне просто открылся, его даже взять не могу. Короче. Ой-ой-ой. Короче, чё я так туплю? Это ж... Прохождение, это ж тут всё должно быть хардкорно. Ну, сдохни, утырок. На, нафиг. И сверху там были. Ботинки там. Так, одного глушил, тот аж выпал отсюда. И теперь ваша очередь, парни. Так, сюда. Не понял, что эти... Да. Я, конечно, уже маленько привык, что у меня... То есть не этот реликтовый меч, это простой меч, а молот, который открывается в экстерминатусе. Или даже нет, я не помню, честно. Может, он и в компании открывается. Так, что здесь? Ого! А, я про этих забыл. Так, стоп, стоп. Не, ты меня еще и убей. Это вообще... Так, все, стоим, восстанавливаемся. Не, ну может, ты здоровье пополнишься, а? Ну и фиг с тобой, полетели. Уничтожить, сейчас мы тебя уничтожим. Вот так. И попробую вот так вот без рук, без ног уничтожить космодеса. Интересно, как бы ты это сделал? Космодесант! Так, я знаю, что мне будут лишь мешать. Сколько я буду воевать, столько ты мне будешь мешать. Ой-ой-ой, хорошо, приземлился. Тын-тыр-дым. Ага.
Теперь я знаю, где ты был. Улетел. Такс, полетели. Это я тебя убью. Ой, ну вы меня рассмешили, честно. Я тебя убью, я тебя убью. Не тут-то было, так я вам скажу. А где мои? Так, ну тут, конечно, ненавязчивая стрелочка показывает, что на... Там же точно туда? А, да-да, все тупик. Нет, там нифига нет. Я не понял, почему у нее здоровье не пополняется. Это рукожопина, она сейчас будет с ракетницей. Валите издалека. Угу. Пацаны, вы чё? Ой-ой-ой-ой-ой, как хорошо я приземлился. Тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. Тебя хоть убил? Да, убил. Ну и откуда ты по мне шмалишь? Серьезно непонятно? Ага, вон. Ой-ой-ой-ой-ой. Короче, лови грин. Так. И отхватил паренек. И гранатку тебе. Да, врываться тут, конечно, с реактивным ранцем достаточно весело. Ну еще тебе поможем. Ой-ой-ой, сколько-то! Разлетелось кишки, мясо хардкор. Да, ну пацанам тут без ополовиненных тут. Ой-ой-ой, пацаны, ну сорян, не хотел. Так, ну что я думаю, мы развалили несколько волн. Мне кажется, прохождение по полчаса или по 40 минут это много. И я буду делать такие кратковременные. И разделю, то есть наслаждение прохождения этой игры. Ну, пока что это наслаждение, пока нету никаких таких миссий, которых не пройдешь с первого раза. Наконец-то. Вот, мы дошли до Каменюки. И... Никакого ранца нет пространства, капитан. Вообще, сняли любимый пушковый ранец. И все. Я буду с вами прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в группе ВК. И, конечно же, подписывайтесь на нее. Также напишите в комментах, нравится ли вам это прохождение, хотите ли вы еще и предложение, какую игру еще снять прохождение, или же это необычная игра, которую просто хотите, чтобы я рассмотрел. Всем всего хорошего. Пока-пока.